Хей-хей, топ, с вами Флапси, и сегодня я делаю новый проект. Извиняюсь, то, что я удалил видео с тем проектом, потому что я не мог на нем мапать кубки автоматически, потому что я поднимаю, поднимаю, минусую. Мне это достало, и я, короче, удалил этот проект. Давайте теперь же сделаем новый проект, то есть я сделаю. Смотрите, это суть проекта заключается в том, когда я открою броубол, я буду тупо вратарем. Тупо вратарь будет выкидывать, пинать, там все такое. Я буду вратарем, если открою броубол. Вот, смотрите, сейчас я хочу апнуть до нового рубежа столкновения и открыть, в принципе, это все боксики. Вот, сейчас апнем, ну, чтобы я хотя бы там в шедешке апался. Вот, и до конца сезона там осталось 12, что ли, дней, или уже 11, вот. В принципе, мне до сезона надо попробовать апнуть 1000 на этом проекте. Позже я этот проект разыграю между вами, если выбью сюда легендарку. Донатить мне сюда нельзя, только если, ну, если я захочу, я могу на скин задонатить, но больше никак. Вот. Сундучки я тоже подкоплю, и на конец этого проекта мы уже откроем сундуки. Вот. Надеюсь, нам что-то выпадет, потому что, ну как мне бойцов прокачивать? Ну, сейчас я еще ниту открою, и у меня еще есть дополнительно Барли от Supercell. Вот. Если бы не от Supercell, то я бы не знаю, как я апал бы кубки. Хочу, чтобы вы сейчас поставили лайк и написали комментарий, ведь по комментариям я определяю... По комментариям и по лайкам определяю, нравится вам проект или нет. Так, ну что ж, мы тут каточку затаскиваем, потому что здесь в основном боты попадаются, вот. Так. Мне вот лично такой вот не нравится, когда вот начинаешь создавать аккаунт, и постоянно боты. Ну, для новичков, да, там боты должны типа, да. Блин! Фух, Коль, ну, под страховки был. Так, смотрите, сейчас я ультану в него, и мы опять будем выигрывать. Ну, Коль, добей! Ну, Коль! Блин, а? Или какой же Лабера? Так, сколько у меня? 10, да, есть. Так. Ебой, мы выиграли. Мы все, ну, мы выиграли, тупо выиграли катку. Такс. Все. Так, мы выигрываем эту каточку и открываем рубеж новый. Такс. Новый рубеж. Вот, давайте сейчас откроем сундучок вот этот. Нам ничего не выпало. Отлично. Давайте вот этот откроем. Ниту заберем. Есть. Так, этот сундучок. Нам ничего не выпало. Так, и... Вот карту откроем. Дорогие друзья, мое видео подошло к концу. Кому понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. И кому понравился проект, обязательно напишите комментарий. Ведь я буду смотреть по комментариям и по лайкам. Если этот вам проект не понравится, я его тоже удалю. Ну что ж, всем удачного дня и всем пока.